Игорь Гришин, главный тренер хоккейного клуба «Спартак», с нами после этого матча. Игорь Владимирович, с победой вас! Что скажете по этой игре? Хорошая серия у вас сейчас идет у вашей команды. Тяжеловато начали, да, вот, но все-таки смогли в перерыве найти правильные слова. Ребята во втором перерыве вышли и стали показывать ту игру, к которой мы стремимся. У нас сегодня получилось. Молодцы, довели игру до победы. Как думаете, в какой из моментов стал переломным? Поскольку, да, действительно, в первом периоде у вас было много большинства, но забит только один гол. Какой момент стал решающим? Да вы знаете, я думаю, решающий момент – это тот настрой, с которым они вышли на второй период. Вот это решающий момент. И они начали получать удовольствие от игры, а это самое главное. И у них стало все получаться. Спасибо большое. Спасибо.